Ольга Лыкова, 72 года. В декабре 2021 у нее находят рак яичников, третья стадия. Операция противопоказана. Назначается химиотерапия, которую приходится отменить из-за побочных эффектов. Ольга начинает курс цитокиногенетической терапии. В итоге оценка качества жизни поднимается с 50 до 100, а опухоль по результатам МРТ полностью исчезает. Светлана Павлова, 86 лет. В августе 2022 у нее обнаруживают рак молочной железы. Если делать операцию и удалять, то очень высок риск осложнений. Поэтому женщина отказывается от нее и начинает курс цитокиногенетической терапии. Опухоль перестает расти, а болезнь переходит в хроническое состояние. Лидия Ерзунова, 52 года. В декабре 2022 у нее находят рак легких и метастазы в мозге. Отказывает левая рука, нарушается дикция, походка. Операция противопоказана, только химиотерапия и дополнительно цитокиногенетическая терапия. В результате размер метастаз уменьшился почти в два раза, а подвижность, дикция и качество жизни восстанавливаются.